Конкурс на определение подрядчика для строительства канализационно-очистных сооружений «Южный» запустят до конца недели. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя. Как доложил вице-губернатор Владимир Базаров, постановление о принятии этого решения будет вынесено на обсуждение на ближайшем заседании, которое запланировано на четверг. Постановление правительства о 4-летнем контракте. У нас по нашему положению мы обязаны сделать. Соответственно, в пятницу больше других препятствий нет. В четверг план график можем повесить. На этой же неделе чиновники намерены заключить контракт на продолжение реконструкции Камышового шоссе. Планируется, что достраивать городскую объездную будет Севавтодор.